А ничего удивительного. Это тоже разновидность любви. Как бы к этому пришли. На нашем сайте как раз тема есть о семье. Там все выбрано. Святые отцы, каноны, все. Черную палю. Палю что-то задирает. В основном ее закапывали. И вот из-за этого вот краска кое-где отстала. У некоторых на сараях и в хлевах прятались. В нашем районе церковь единственная пока. Ну и планы были, что в каждой деревне построить. Но пока на это и остановились, еще эту не достроили. Именно вот до алтаря. Реформация, которая в церкви происходила, христианская, она в итоге привела к тому, что у нас сейчас и ЛГБТ-священники в церкви присутствуют. Да? То есть мы ну, такие... не нас. Нет, ну, слава да. Богу. И слава Богу, мы пока об этом здесь не говорим. Да? То есть, да, то есть поэтому мы церковь ортодоксальная. Паля внизу. А это я занес для коробка двухэтажный, для голубей. И там голуби уже сидят в верхнем нижнем этаже, больные. А это всю грязь собирает на себя. У меня у кормушки столько голубей тут. До полсотни, наверное, долетают. Подкармливаю маленькие. Воробьев много. Тоже штук полсотни. Помаленьку кормлю. Ну еще ты вся в этих в трухе. Ну, смотри, как испачкалась. Она туда уставилась, она увидела там кошку, вон там вон, в окно, не в окно, а вот она. Вот она сейчас хвост сидит, дико вот поймал, туда посадил. Ну. Паля занюхала уже. Прямо перед окном, перед самым сидят голуби. Там все поели, воробьев прогнали. Все одинакового цвета. Там из-под низа вылазят.
А там на ветках сидят воробьи. Игнатия Тихоновича Валентину приняли за невесту, когда где-то там бракосочетание было. А она уже тоже была довольно-таки немолодой, можно так сказать. Вот как у меня палец черный. Одновременно повернули голову туда. Черную даже не видать, как она, как пантера. С улицы подобрал, сейчас прыгнет вниз. Высоко довольно. А там паря сидит, никого к паре не принимала. А с этой подружилась, а друг друга залезали буквально. Вот она смотрит, наверное, сейчас прыгнет. На валенках сидит, нет, пошла. Она лучше всех, вот эта черная, с улицы. Никогда черных кошек не держала. У меня всегда белые были и рыжие. А здесь вот пантера настоящая. Сама такая подвижная. Все, напали на место, на печке села. Глаза только отражаются. О, какая. Главное, черная, ни одной волосинки нету никакой больше. И паля там. Вот сейчас, если я возьму банку открывать, а в ней у меня там мелкие гальяны, они, как они узнают, что я банку беру? Ну-ка ты возьми банку маленько, открой, чтобы они начали прыгать, а я их сниму в это время. А потом по одному карасику, гальянщику дашь небольшому, или по головке. Сразу сейчас зашевелятся. Бери банку. Так, Володя, покажи мне банку быстро, вот они. Пошли. Мигом, мигом. Вот они где, во. Все. Дай-ка. Как они их любят. Вот смотрите, у меня два гальяна. Вот я на руке держу. Видно или не видно, где они? Один или два? Ну вы на руку-то направьте. Нет, вот так вот. Во. Вот, ну какие гальяны-то? Ну, поперек пальца. А вот они соскочили двое, уже бегают. Говорят, куда вы таких ловите? Ну-ка, идите сюда. Бери вот, на, на. Паля, иди скорее, на. Паля, Паля, на. Паля, Паля, Паля. Вот, иди. Вот она. А черная сейчас отбирать у ней будет. Ой, ой. Гальяшки маленькие. Видишь, делает. Это она обижает ее. А Паля, она клуня такая. Вся в мать. Рыжая была. Ну, не только кошкам приятно, но и мне тоже. Ну, мне-то тоже можно взять, наверное. Угу. Маленечко, парочку хотя бы. Вот он, гальян. О, это здоровый какой попался. На два пальца. Я их мерил, 5 грамм весят в среднем.